Не прошло и недели. Из кранов жителей барнаульского села Лебяжье бежит чистая вода. Водоснабжение удалось восстановить накануне вечером, сразу после того, как в СМИ появилась информация о том, что из кранов жителей села Лебяжье уже неделю бежит грязная вода. По словам сельчан, она почернела после того, как Лебяжку переключили на другую водоснабжающую станцию, чтобы, как ни странно, улучшить качество. О проблеме люди сразу сообщили в барнаульский водоканал, но бригада специалистов, как утверждают жители, выехала на место только спустя неделю. Но специалисты говорят, что налаживать водоснабжение они начали сразу после обращения. А процесс изменения цвета при переключении к новой станции нормален. Более того, качество воды может измениться вновь, и пить ее не стоит. Качество воды может измениться в связи с проведением плановых работ на сетях. Если же произошло изменение качества воды, жители в любой момент могут позвонить по телефону 20 22 00, оставить заявку, которая будет в обязательном порядке отработана.